Всем привет! У нас сегодня три наборчика. My World Minecraft. Это у нас та же серия, только вот остальные наборчики. И теперь, раз этот момент уже настал, нам осталось собрать только грустного Гаста. Да, вот такие вот наборы в этой серии. У нас Гаст есть и Эндермена, да, есть? Два Эндермена. Да, два Эндермена. Вот остальные три здесь. Вот как раз ты Гаст прилетел. Такой вот. Это кто у нас, зомби? Свинозомби. Гаст прилетел. Это кто? Ифрит. Он сильно агрится в аду, потому что и у него, ну, как бы есть такая способность стрелять фейерболами. И это для него очень эффективно. Но я знаю, чем его здесь самое легко убить. Просто, ну, как бы налейте воды, где он. Включите креатив по-быстрому, чтобы его зачитывать. После этого поставьте сверху блок любой. И после этого вылейте туда воду. И после этого отключите креатив. Самый легкий способ убить Ифрита. Зато в креативке он тебя атаковать никогда не будет. Это легко. Так, еще какой наборчик? Ну-ка, давай, покажи. Давай. И одна уже повторка. Ну, повторка, это кто? Еще один криперес. Да. Ну, у нас крипер у нас же в другом наборе был. Снудини. Да. Снудин. Так, здесь у нас крипер. И кто вот это? Снеговик, ты сказал, да? Да, снеговик. Он очень, ну, как бы, плохой в битве. Но если, ну, как бы его ударить, он начнет тебя атаковать. Или в какой-то серии говорил, не помню. Он, ну, как бы, кидается снежками. А так в бою против эндеров и фритов он очень слаб. Но если активировать, ну, как бы, если у вас есть мод на вот зелье мутации, тогда просто киньте на него это зелье несколько раз, если дальше не получилось. И он будет брать снежные гигантские комки и кидать их прямо во врагов. Злых врагов. Это капец как эффективно. Но если все равно будешь бить, он в этот раз агриться не будет. Это самый... Вот если у вас все скачан этот мод, обязательно так сделайте. С несколькими снеговиками. И это для вас будет эффективно. И клево. Давай третий покажи. Третий. Еще одна повторка Ифрита. Да. И девушка Стива. Точнее, жена Стива. И как вы видите, она выживает больше. Она выживает лучше, чем Стив. 100 раз. Видите, как железный шлем, каменный меч. И при том Стиву можно железный меч, блин, заработать где-то за день. За день Майнкрафта, конечно же. Стива намного сложнее, чем ей. Если кто играет за Стива, я вас понимаю. Все, давай открывай. С какого начнем? Давай. Эники, бэники, кушали вареники. И с этого. Давай, открывай. О, капец прикольные они. Также мне раздражают крепящие звуки. У меня из-за них мурашки попозже. Все, здесь маленькие наборчики, они... Давайте, начинай со снеговика, я с крипера, самое легкое. Так, на тебе ножнички летучие. Так, вот он. Ну, все очень. Давайте, я раскрываю. Так, братья криперы. Давай дальше. Вы бы видели сейчас лицо мороженки. Так. Мороженка. Вот она, мороженка. Беру эти. И вот все. Покажи. Знаете, как крутится? Да, он стрелять еще должен. Да, он крутится, стрелять. Давайте проверим это на Гасте. Прямо вот, Кайл.
Крем Аврот. Слабенько-то. Это снежки. Хочу в крипера выстрелить. Нати. О, прям попал. Ой, вкилыш. Все, давай следующий наборчик. Золотой меч. Пига. Пегас. Кенштейн. А где руки пига? Пиги-п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 иги. Все, нашел? Пига. Вставляю. Вставляешь? Пига. Вот пига. Так, вот. Его сюда на подставочку. А, у нас что тут? Подставочки? Да. А смотри, прикол, еще какой-то шлем голубой, странно. Алмазный! А здесь вроде бы нету никакого шлема. Или он на него одевается? На него. На него, на пигу? Нет, она тут без шлема. Странно, прикольно. На пига. В наборе какой-то шлем. Можно, ну короче, вы знаете, тебе можно его на любого ладить. Смотрите, как выглядит крипер со шлемом. Ничего не вижу. Так выглядит снеговик со шлемом. Я бронированный танк. Так, вот интересно, да, Лего, в принципе, этот очень качественный, нравится, да? Но шлемик вот здесь вот, так, ну шлемик, да, Ярослав вгрыз туда на голову, ну, что он не вылазит. Ну попробуем ножичком после видео. Да, и голова плохо держится. Это, совсем конечно, плохо. Минус, да. Это... Первый минус в нашем наборе. Да, сколько наборов мы покупали, в принципе, все хорошие. Это вот первый минус. Хаюшки, приветик. Ого, я его с собой заберу. Так, и получается два набора. И получается здесь запасные руки есть. Ну, давай третий набор открывать. Такая же, да. Как он? Нефрит? Ефрит? Ифрит? Ифрит. Ифрит. Ифрит? Ифрит. Вот интересно, вот у этой ифрит будет голова держаться? Так, ифрит. У тебя получилось? Мама Стива. Мама Стива или жена? Мама. Мама? Или жена, не знаю. Мама и жена одно и то же, да? Ну, кушай так. Одно и то же. Нет? А может, не одно, это уже. Зомбарь заставил в блоке, помолите его. Так, вот такие вот у нас наборчики. Получились. Так. Скелетончик. Скелетончик это. Ой, застрял. Вот эти у нас с прошлого раза. Гаст. Это получается все одна серия. Нет, вот это уже другая серия. И та тоже другая серия. А вот эти вот все с одной серии. У нас здесь с этой серии еще остался вот такой вот грустный гаст. Пьяу. Нас вы забыли. Эй. Ауч. Такие вот подставочки у нас еще есть, да, с прошлой серии. Светящейся кнопочкой. Вот такая вот подставочка. Из Сногина. Угу. Точнее, из ледяного. А из лета. Ой, стой. У зомбаря в руках палка ифрита. Вот такие вот наборчики. Очень все прикольненько. Понравилось наше видео? Ставь лайк. И подписывайся на канал. И подписывайся на канал Лиза и Яри. Всем пока-пока. Пока.